захватывающих и интересных головоломок действительно довольно мало. Еще меньше тех, которые используют неординарные методы во время игры, которые отличаются от привычных методов, таких как «закатите шарик сюда, переставьте балку туда». Игра, которая сможет изменить ваше отношение к головоломкам, называется «Lightbot». Данная игра заставит вас заняться программированием. Главный герой – робот, который впал в депрессию от того, что все вокруг серого цвета. Чтобы спастись из этого мира, вам нужно зажечь специальные платформы и добавить хоть немного света и красок. А чтобы передвигаться по игровому полю, вам предстоит создать целый алгоритм из функций и действий, которые приведут к заветной цели. Самое главное в игре – это то, что она не только убивает ваше время, но и развивает логическое мышление. Уже после 6-го уровня вам придется довольно трудно, а что будет дальше, еще интереснее. Думаете, ее довольно легко пройти? Не тут-то было. Для максимально допустимого количества очков за уровень вам нужно использовать минимальное количество команд, поэтому всегда есть к чему стремиться. Скачать Lightbot можно в Google Play абсолютно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.